Друзья, всем привет! Сегодня у нас 6 августа 2018 года. Погода сегодня у нас такая хорошая. Тепло, но не жарко. В общем, вооружившись гвоздодером, идем разбирать старую баню. На старой бане хорошие досочки на обрешетку идут. Эти доски мы будем использовать на сарайку, тоже на обрешетку. Но там еще много хороших досок, которые нужно использовать по назначению. В общем, пойдем. И вот эта вот старая банька, ее нужно разбирать. Вот эту вот крышу мы сейчас разберем. Сверху у нас был рубероид. Самый дешевый материал для кровли. Вот им покрывали раньше. Здесь была труба выведена. Трубы нету, печки тоже нету. Она уже стоит в новой бане. Это мы сейчас будем разбирать. Потому что мне нужны доски, их нужно достать. Вот. Ну что, начнем разбирать. Сначала отделим вот эти вот досочки. Вот эти, потом снимем рубероид и будем отрывать уже доски сами. Так, разбор продолжаем. Обрешетку снял, стропила снял. Здесь уже каркас остался только. И вот начал потолок разбирать. На потолке была доска сороковка. По краям частично она сгнила уже. А вот вместо утеплителя была земля. Сейчас эту землю надо мне сбросить. Что-то неудобно стало убирать-то. Земля лежала на рубероиде, а рубероид лежал на досках, чтобы не было соприкосновения досок с землей. Поэтому вот так вот было. Сейчас эту землю я уберу, сниму вот эти доски. Доски хорошие, еще можно использовать. Вот столько досок я навыдирал. Вот эти короткие с потолочка. А это были доски-обрешетки. Вот. Ну, частично доски можно использовать на обрешетку эти снова. Ну, не все, конечно. Я надеялся, что нормальные все доски, но получилось, что не все нормальные. Ну ладно, что есть, то есть. Слава Богу. Сейчас будем убирать, продолжать. Потом эти доски мы увезем. На мотоблок я туда их увезу сразу. И эти же доски положу на обрешетку уже на хозблок, который я сейчас делаю. Вчера бросил две стропилины туда. Ну ладно, об этом потом. Пока здесь, значит, будем говорить о том, что здесь. Снимать неудобно вот так вот, куда-то ее поставить, камеру поставить некуда. К тому же снимаю на телефон. Телефон уже все, уже глючить начал, я ее постоянно с него снимаю. Потом пыль везде летит, тут же грязная работа. Честно сказать, жалко мне его. Во все отверстия тут, что можно, залетает пыль. Насколько мне его хватит, я не знаю. Ладно, продолжим. Сейчас я землю уберу. И все. Не знаю, не упадет он у меня. Упадет еще. Вот делов-то. Thank you.
Ну вот, открывается взору внутренность бани. Пауки вот такие здесь были. Это лочек еще раз, два, три, четыре досочки. Здесь четыре досочки убрать. Стою на полугнилых досках почти. Так, надо, наверное, отсюда мне убираться пока. Пока хватит. Вот такой вот вид на огород отсюда. Сейчас доски сюда наложим и перевезем туда. Меня снимают. Наблюдатели сидят. Привет. Ня-ня. Ну-ну. Куда ты? Настя, ты куда? Я тебя вижу. Я тебя вижу. Погружаем доски. Погружаем доски. Почему не видит? Видим, видим. Вон ты сидишь. Там. Наташка. Натка. Натка, я тут. Ты чё? Вон я. Итак, загрузили досочки. Сейчас мы их повезем. Будем трогаться с мной. Открывай. Даша, идем за мной. Все-таки мы выехали. Тяжелые доски-то. Тяжеловатые, хоть и сухие. Итак, ну вот, в общем, вчера еще бросил одну стропилину сюда и сюда. Итого у меня получилось 5 стропилин. Почаще лучше. Сейчас надо вот эти доски положить на обрешетку сюда. Бревнышки здесь подровняются так аккуратненько. Пол у нас уже здесь готов. Работать уже удобно. Вот такие вот дела. Сейчас будем ложить. Фу, что-то пить охота. Жарко. Ты что, на лыжах катаешься? Ага. О, а где вторая-то? Это там потерялась. Потерялась. Так надо ее прибрать. Да, это, Катя, иди прибери, зимой-то потом искать будете. Положи их. Но? Да ладно. Летом? Ну ладно. Скат...
А, скатилась, значит. Понятно. Ты будешь право еще кататься летом. Ура! Теперь зимние беседки не только зимой, а и летом. Лишь осталось 45 минут. Сейчас немножко сделаем перерыв. Фух, отдохнем. И пойдем обрешетку делать. Вот так. Фух, ну вот отдохнули. И теперь можно продолжать дальше работать. Вперед. Вот вы видели когда-нибудь, кто так делает? Вот я вот делаю. Короче, вот вы не поняли, что здесь? Вот если внимательно посмотрите, увидите, что я не так сделал. Вопрос на засыпку. Да, вы, наверное, уже догадались. Короче, стропила-то я положил. А провод-то я не убрал, который идет туда, птичник. И он идет здесь между опорами и между стропилами. Вот такая вот петрушка получилась. Теперь либо стропилину. Нет, стропилину не убрать, потому что где-то мне надо придется убирать. Раз, два, три, чтобы провод достать. А здесь, да, вообще тут, короче, вообще не то. Придется сейчас, короче, провод оттуда соединять, его вытаскивать, вести по внешней стороне здесь вот, где стена будет. И снова туда соединять. У меня, кстати, где-то тут было соединение. Вот тут все порвалось уже. Видимо, когда морозы были, я тут замотал маломально так. Провод у меня туда идет, в ту сторону, в коробке. Так, ну ладно. Или там отсоединю, наверное. Лишненький сюда его достану, проведу здесь и туда. Ну, в общем, создал себе лишнюю работу. Придется все это дело исправлять. Вот такие вот нелепые случаи бывают. Делаешь, делаешь, потом раз, и вот такая вот штука получалась. Ладно, будем исправлять свои нелепые ошибки. Ну вот, короче, у меня оказалось тут соединение как раз. Сейчас это соединение разберу. И потом соберу уже с внешней стороны стены. Ой, хорошо. Хоть не надо там оттуда все Так, стропила, обрешетка. В общем, закончили мы с этим делом, с крышей этой.
Сейчас нужно только кровлю. И чем быстрее, тем лучше. Чтобы доски не намокли. Иначе они быстро будут гнить. Вот такие вот дела у нас получились. Ну, крыша не совсем большая. Нормальная такая. И высота вроде ничего. Где-то 2 метра. И все. Сейчас буду думать, чем закрывать. Либо профнастил, либо андулин. Либо вообще полиэтиленовой пленкой закрою на зиму. Ну, это армированный такой. Потом посмотрим. Ну, никак не рубероидом, конечно. Нынче рубероид такой позорный выпускает их. Ужас. Поэтому делать, так делать, чтобы уже на много лет хватало. Все. На сегодня с кровлей закончено. Ой, с этой. С обрешеткой. Ну все, друзья, на этом на сегодня видео закончено. То, что я хотел снять, то уже снял на видео. Это будет и для нашей истории. Ну и также вы можете посмотреть, если интересно, конечно. Все, вроде бы тучки собираются. Кажется, гроза будет. Успел до грозы. Ну ладно, всем пока, до следующих встреч. В следующем видео. Пишите комментарии, ну и ставьте лайки или дизлайки, там уж дело ваше. В общем, следите за новостями. Всем пока.